Уют, безопасность и чистоту обеспечили самым маленьким урманчанам. Некоммерческое партнерство «Паритет» оказало помощь в благоустройстве территории детскому саду номер 90. Теперь воспитатели и родители могут быть уверены. Дошколята во время прогулки не будут находить осколки и мусор. Подробнее в нашем следующем материале. Самые ранние пташки здесь. Первыми идут на занятия, потом на прогулку. По словам заведующей детским садом номер 90 Галины Баланович, территория дошкольного учреждения еще недавно выглядела иначе. Дворник один и не всегда успевает убрать всю территорию. От предложения паритета помочь убрать детские площадки Галина, конечно же, не отказалась. И результат не заставил себя долго ждать. Наступила весна в городе Мурманске. Конечно же, красивая, конечно же, нарядная. И хочется, чтобы все дворы, все территории были очень ухоженными, красивыми, достойными нашего города-героя Мурманска. Подремонтировать забор, перенести калитку и подлатать горку. Несколько дней работы, и благодарности родителей и детей нет предела. Территория стала очень такая чистая. Детям комфортно гулять, что знаем, что безопасность, никаких ни стекол, ни посторонних предметов. Паритету вообще спасибо большое, отдельное за калитку, которая столько мы лет бились об этот камень, и все-таки ее перенесли, так что большое спасибо. Спасибо за чистоту, теперь нам здесь нравится. Ну, заметно вот сегодня я пришел, что стало чище и аккуратнее на территории садика сразу же, вот. За это спасибо, конечно, организации «Паритет». И продолжать им в том же духе. Может быть, что-то более глобальное могли бы они сделать там в плане обустройства вообще детской площадки и территории в целом. При благоустройстве территории детского сада было задействовано более 10 человек. Организация «Паритет» под руководством председателя Татьяны Липановой безвозмездно оказывает помощь дошкольным учреждениям и школам. Тем летом мы перенесли им калитку, чтобы также было удобнее ходить, потому что там валун мешают, и родители, дети спотыкаются. Значит, делали ступеньку. Потом в летний период, этот летний период мы планируем покрасить все заборы, выровнять заборы, где нету пробелов, соответственно, сделать их. А также небольшое там есть место, где надо отремонтировать частично фасад. В планах паритета продолжать работу по облагораживанию территории учебных заведений. В преддверии Дня Победы его сотрудники проведут субботник в 44-й Мурманской школе.